Серия травм некоторых ведущих футболистов, Матеуса, Баслера, Штрунца, Маршала и отказ от выступлений за сборную Мюллера и Эйфенберга не позволили новому главному тренеру германской сборной Эриху Риббику в своем дебютном матче с турками выставить оптимальный состав. Возможно, это, а также недостаток международного опыта у новичков Ремера, Рамилова, Байнлиха не дали возможности действующим чемпионам Европы удачно начать выступление в отборочном цикле. Единственный мяч на 69-й минуте провел в ворота Оливера Кана ведущий форвард турецкой сборной Хакан Шукур. Турки с 6 очками возглавили таблицу в третьей отборочной группе. Yeah.